Всем привет, с вами Сергей Малоземов. Согласитесь, аромат печеных яблок с корицей – это что-то абсолютно волшебное. Сразу появляется ощущение праздника. Сегодня мы приготовили рецепт ленивого штруделя, который очень быстро принесет это ощущение в ваш дом. При этом вам даже не придется делать тесто. У яблока удалить плодоножку и сердцевину, нарезать кубиками. Запекать в микроволновке пару минут. Выложить на лист лаваша. Посыпать корицей и сахаром, добавить грецкие орехи. Отрезать излишки и аккуратно свернуть. Сковородку смазать маслом, выложить штрудель. Жарить под крышкой до красивой румяной корочки. Выложить на тарелку. Можно украсить взбитыми сливками и орешками или добавить шарик ванильного мороженого. На самом деле это относительно низкокалорийный десерт. Сахара нужно совсем чуть-чуть, да и лаваш, если с ним не переборщить, не так калориен, как слоеное тесто. А клетчатка из яблок принесет вам только пользу. Впрочем, есть много, все равно не стоит. Не забывайте подписываться на наши страницы в социальных сетях. Ссылки в описании видео. Какой рецепт вы хотите увидеть в следующий раз? Оставляйте свои варианты в комментариях.